Друзья, всем привет! Приветствуем на канале БАС. Сегодня у нас продолжается серия противостояний перед матчем БАС и Титан. Давай поаплодируем, что сюда пришли. Так, ну что, сегодня вообще здесь должен был Уфенов быть. Но, Анатолий, да. Но он на операции, поэтому пожелаем ему здоровья. О, хотя бы меня что-то заменило, а то я не могу в следующий фу играть, пожалуйста. Так, ну Титан, получается, сегодня противостояние новичков лиги. Ну, представьтесь немножко такие факты о себе. Я Арчи, вице-президент команды. Очень много мне на каналах, поэтому опять. Я Артем, Зузу, я брат президента, скажем так. В FIFA я не особо играю, вот если бы в КС-очку, можно было бы пободаться. Но посмотрим, что покажет зеленый прямоугольник в телевизоре. Кто проигрывает, соответственно, выполняет наказание матча с Титаном уже в воскресенье. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, а мы поехали. Титульным спонсором нашей команды ПК БАС является ПК Пари. ПК Пари – это легальный и надежный букмекер. Получай удовольствие от игры с нашим партнером и получай прибет на 1000 рублей по промокоду ПК БАС в закрепленном комментарии под нашим видео. Давай коротко о правилах. Правила у нас поменялись с ролика против Матч ТВ. У нас есть корзиночка с наказаниями после каждого забитого или пропущенного мяча и с заданиями, то есть упражнениями для нашей команды. В общем, все просто. Кто не смотрел первый ролик, обязательно перейдите, где-то ссылочка будет, обязательно чекните. А мы пойдем играть. Но подожди, мотивацию. Давай мотивацию чуть дадим. Наши бабки есть. Да, 10 тысяч рублей разыгрываются. Да ладно! Мы чуть-чуть добавили, да, Пика, на выпуску. Тогда можно уже играть, за да? Деньги, да. Ну, время выбрать команды. За кого вы сегодня? Не знаю. Есть у вас пожелания? Давай Ирландию какую-нибудь возьмем. Да. Погоди, нам задача выиграть, да? Мы выиграть должны. Что будет здесь вообще? Нормально? Да, Интер ПСЖ. Как по кайфу, мы можем и Интеру проиграть, и Милану. Так, ну а задание? Пиздец, у вас слабая команда. И первый. Саш, давай, тяни первый. Шарик. Я люблю красный цвет, поэтому я выберу зеленую. Участник переворачивает геймпад. Hello, darkness, my old... Вот капитан Степан, он принимает решение, поэтому он переворачивает джойстик. И мы отправляемся играть в матч. Направляемся. Синий. Синий, причем мне очень тяжело. Нужно привыкнуть им к игре. Удар. Ага, ага. Степан. Нормально, двигаемся. Любой. Джеко. Джеко. Это, блядь, как будто ломовой в нападении. Неймар? Офсайд Линкер не работает? Спокойно. Макитарян? Удар! Да, Стёпчик был! Нихуя себе, блядь. Бапе? О, ну кто не... Как-то? Левый! Не забивай! Итак, первый тайм, в принципе, уже кончается тихоньку. Последняя атака. Джеко. Лаутар Мартинес. Нет! Первый тайм, финиш. Это я начинаю, да? Уже все. Пенальти? Ван? Костя, на треугольник. Йо! Делай! Делай! Да! Пошло! Я не стал бить! Там все жесткое. Доработали, челлендж. А это жестко. 10 прищепок на лицо. Готовьте вас, блять, лису. Ты обор? На лицо! Где написано про кожу? Раздрю. Нормально? Давай. Раздрю. Пускай режут, как хотят, пусть. Давай, это нормально! У тебя новое задание, поехали. Вечеронка по одному участию. Типа бас, титан, титан, бас. А я за титан. Я за титан болел всю жизнь. Бапе, ну все. Походу это все. А какой куда? Ай! Анана! Бапе! Месси. Что ж ты не идешь-то? Неймар. Пенка, нет? Конечно! Пенальти! О, нет! Титановский бьет, и титановский стоит, это что такое? Это что такое? Поворобьем! Поздравляем! По ощущениям так реально. Да, я говорю, впереди нам. Ай! Иван Андреевич вышел. Ай! Неймар! Неймар! Что делаете, ребята? Чего? Звонок другу. Попросить дать в долг. Звони Ромару. Ромару, давай. Фу, тише, тишина. Здорово, Ромчик.
Это, смотрите, такая ситуация, и мы с Ромчиком в компы пошли, я думаю, у него бабки есть, а у него нет, можешь мне полторашку закинуть, пожалуйста, мы сейчас в фифу поиграем, я у него выиграю. А? Да, спасибо, Ромчик, ты лучший. Давай. Целую тебя. Давай. Респект, Ромарой! Ромарой? Следующее задание, один не играет. Я привык один против толпы идти. Поехали. Кстати, как будто бы... Ну, попроще легче. Да. Сейчас он свою игру найдет. Пас хотел отдать. Да я слева стоял. Нет, зато... Не, у Саши зато уверенность появилась. Ой, примерно, да? Ой. Жеку! А ну, гол! Да! Пацаны. Много наказаний. Ну, пацаны! Выйти в ТЦ и пригласить 5 человек на медиафутбольную лигу. Ну, хоть у Титана фанаты появятся. 1-2, вас впереди. Есть ЦСКА, есть команда? Слушай, ну они выбрали финалиста, мы выбрали Интер, они финалисты опять, да? Сити. Ну так сказать. Извините, вратаря на любого запасного, не вратаря. А, на любого запасного полевого? Ну это нормально. Это нам, да? Да. Ну ходи, просто схавает. Проверь, брат. Давай проверь. Лонгшот пусти. Ай. Ай, Яля, брат, успевай! Давай. Почерк, конечно, ужасный. Это врач какой-то писал просто, ребята. Что? Депиляция. Как я проскочил! Как я проскочил! Сбер, закинул, что в комиссии списали. Так, давай я так и сдерну. Не-не, я... Андраш! Отдельная нога. Респект. Четко. Давай. Направо, налево. Давай, направо. Я всегда готов. Давай. Получить специально красную карточку в течение 5 игровых минут. Я уже забыл название команды, за кого они играют. За кого они играют? Уокер! Морес! Дальше. Да, Брюне! Бинар, красная рыба. Ну нет, это же волк! Это полевой отбил! Полевой! 5 минут прошло, да, без газа, мы уже наказали после сделаем и все. Какой нагретный здесь, что-то нагретный. Острый бургер. Продавщица продала самый острый бургер, который здесь был на рынке. Там самый острый соус в мире. А есть вдвоем? Вы команда? Я себе дал обещание в этом году вообще не хавать фастфуд. И я себе поставил цену слова, что если мне придется схавать, я отдам кому-нибудь 500 рублей. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, на телеграм, и там я кому-нибудь отдам 500 рублей за то, что я сейчас схаваю. Вот! Ничего себе, он прям... Сразу вижу, давно посуду. На опыте просто. Просто на опыте. Сразу не чувствую. Не чувствую, да? А вот этот счет. Еще не закончится. Пацаны, дойти вратарем с мячом до центра поля. До центра поля? Да. А вот и все! Обратно! Параш, смотри, чем они занимаются. Ну если того, что, если что, моего игрок. Один бургер и хавает. Брат, хавай его! Брат, не в обиде, а не от него. Я вообще ничего не вижу. Блин! Холодно, да? Да, да, пошел! Не было. Брат, хавай. Не давай, можно спалить, но не давай, что вратарь... Да! Да! Вопрос! Ладно, все. Я сейчас сижу. Давай. Лещ! Нет, я что-нибудь... Эй, ну что это такое? Это что? Дай мне! Ну, ура! Все равно слабо. Что там? Слепую! Сейчас, я увидишь, что мы начали, я потом... Давай, мы тебе просто скажем, аут будет, идет, готов? Кидай просто аут. Куда, прямо? Вверх. Куда не лежать? Я еще пытаюсь мяч собрать, подожди. Сука. Да, эти 15 минут мальчики. Так, я еще мяч заберу. Мяч у меня. Возможно, сейчас у вас. Влево, крестик. Давай вниз. Ничего себе! Куда? Степа, двоих! Куда? Да! Я забил! Выкусили! Я забил на туре, а можно повтор посмотреть? Надувать шар, пока он не лопнет. Все, пока играешь, да? Можно? Вы видели оператора прямо сейчас? О, они! Блядь! Прыгаешь и играешь. Один бегает на контуженность. Вас в атаке. Я только начал. Они выиграли.
забей! Только забей! Делай! Ну давай, давай, что там? Корм. Я поел уже. Это самый вкусный кошачий корм. Да нет, это кошачий корм. Ну вкусно же. Да нет, что страшно. Вкусно, говорю. Так не одну, тебе же не дай всю пачку. Делай ее, брат, делай! Давай. Как таблетку чисто вырезать. Бля. С ним лучше рядом не сидеть. Рыгун, ты че? Заглатывай туда. Друзья, как всегда, в домашней атмосфере нас приняли ребята из FIBERX Community. Здесь есть все, FIFA, CSGO. Я думаю, скоро реально мы сделаем большой турнир между своей командой и разыграем такие приятные бонусы, поэтому обязательно приходите к ним, они очень крутые. Мне кажется, знаешь, ассоциация того, что Кавказец, знаешь, в торговом центре подойдет такой, и завтра игра, ты подойди побраться. Поэтому я взял клон, чтобы как-то помягче реагировать на меня. Ты на воскресенье чем дальше? Работу. А после работы ты можешь приехать ко мне на игру. Приезжай на игру. Медиафутбол. Бас против Стука. Как вас зовут? Дэн. Все очень приятно. О, у вас еще трое занятых. А? Воскресенье? Да. Что у нас было в воскресенье? Баскетбол? Баскетбол? С чем вам баскетбол? Приходите к нам на матч на медиафутбол. На москвиче будет в 12:30. Да, мы себе болельщиков называем. Ничего страшного, ребята, удачи. Будет время, ребятам всем скажите, можно прямо на телефоне посмотреть, понравится, мы вам организуем билеты вообще без проблем. Ребята, медиа-лидер, воскресенье, 10:00 сбор. Вас тоже жду возьмите выходной. Все берите выходной, это будет офигенно. Ребята, я вам обещаю. Те, кто пропустит этот матч, считайте, вы пропустили матч третьего сезона. В меню впишите, воскресенье не работает. У нас есть, потому что матч. Ребят, очень круто, посмотрите предыдущие выпуски, посмотрите этот и пишите, какой выпуск лучше. Пишите, ребята, реакцию дайте. Пацаны красавцы. Да. Поставьте лайк, подпишитесь на канал Баса, в описании на все другие соцсети. Спасибо за просмотр и увидимся уже в воскресенье на матч.